Добрый день! Предлагаю вам рассмотреть мужские полуботинки-лоферы французского бренда «Тандаанс». Верх модели сделан из натуральной кожи теленка, прочного и эластичного материала. Он пропускает воздух, при этом защищает ноги от ветра и холода. В обуви будет комфортно как в помещении, так и на улице. Зернистая поверхность делает пару практичной, на ней будут менее заметные небольшие царапины. Выступающий шов на союзке повторяет форму носка, что делает стопу визуально уже. Модель украшает кожаная полоска с прорезью, характерный для лоферов дизайн. Лоферы – полуботинки без молний или шнурков. Надевать их легко и быстро. Эластичные вставки из резинки по бокам делают пару комфортной. Она может подойти людям с разной полнотой и подъемом стоп. Подкладка из мягкого текстиля легкая и приятная на ощупь. Она свободно пропускает воздух. Стелька из натуральной кожи козы позволяет ногам дышать и меньше потеть. Натуральная кожа поддерживает комфортную температуру и здоровый микроклимат внутри обуви. Мягкая, объемная стелька на модели съемная. При желании ее можно вытащить и просушить или заменить на новую. Она дополнительно снизит нагрузку на ваши стопы. Утолщенная подошва из легкого, упругого материала Эва смягчает удары стопы о поверхность. С ней ноги будут меньше уставать. К верху обуви подошва приклеена. Она не промокает. Рельефный рисунок протектора защитит вас от скольжения, а подошву – от истирания. Носите эту пару в стиле casual с брюками и джемпером или свободной рубашкой. Такую модель также можно сочетать с прямыми джинсами и пиджаком. Модель представлена в черном цвете. Насладитесь качеством с вашими новыми полуботинками «Тандаанс».